Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Я вас встречаю в очередном уроке. В этом уроке я вам хочу показать новый виджет, который позволяет сделать вот такой эффект на любой ваш текст. Эффект пламени или огня. Ну, конечно, здесь трудно сказать, что это огонь. Больше такой, скажем, мультяшный огонь. Но все-таки, может быть, где-то кому-то пригодится. Как вот сделать вот такие языки пламени на любой ваш текст? Давайте переходим в Adobe Muse и рассмотрим данный виджет. Из библиотеки виджет я, как обычно, перетаскиваю на холст. Захожу в настройки, первое поле Title. Здесь вы вписываете любой текст, на который вы хотите применить эффект языков пламени. Вбили текст, нажимаете Enter. Текст применился. Дальше у нас идут два цвета. Если хотите, чтобы у вас был вот сразу огонь, то лучше эти цвета не менять. Если вы хотите какие-то произвольные свои оттенки взять, то, конечно же, меняйте. Здесь видно, что цвет почти одинаковый, да? Немножко разный тон, оттенок. И тут у нас еще есть настройки Font Size, размер нашего шрифта. Давайте сразу сделаем побольше. Я поставлю 80, нажимаю Enter. Сейчас у нас идет подгрузка, и у нас увеличился шрифт. Также, кстати, вы можете выделить виджет, взять инструмент текст и задать какой-то свой шрифт данному тексту и цвет. Также можно поменять из панели Adobe Muse. И остается еще один параметр, это межстрочный интервал. Это если у вас будет, например, целое предложение, и оно будет разбиваться у вас на несколько строк, и вот между строками делается интервал, задается как раз последним вот этом поле настроек. В принципе, вот они все настройки. Можем идти в браузер и смотреть. Вот вы видите, у нас все работает, все получилось. Данный виджет вы сможете скачать на моем сайте, ссылочка будет под этим видео. На этом здесь все, и увидимся в следующем уроке. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы. Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет, например, меню для мобильных устройств, несколько вариаций мобильных меню, уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс-бар. Маска с текстом и многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто.